Всем добрый вечер, меня зовут Владимир Дерестретов, я сегодня хотел бы поговорить, затронуть три темы целых. Первая тема очень волнительная, вторая тема про, это очередная серия, очередная мини-серия сериала. И еще одна тема, она касается отношений. Да, вы про какие отношения подумали? Начнем с самой волнительной темы. 10 лет назад я зарегистрировался в ОСН. Это было 13 февраля. 10 лет назад, 25 февраля, я сделал первую правку в ОСН. Это было через 3 дня. Вот моя правка первая. 25 февраля. 10 лет назад, 4 марта, был создан наш форум, я считаю, это днем создания сообщества ОСН. В честь этого мы хотим провести радиомарафон 4 марта, там начнем где-нибудь вечером. На форуме есть специальная тема для марафона. Включать ее. Значит, на форуме есть тема, там появится информация, как участвовать в радио. Я надеюсь, что все древние участники ОСФ и не очень древние соберутся и будет чего обсудить, вспомнить. Думаю, будет интересно. Поэтому всех приглашаю. Следите за темой. Я думаю, что в чате будет тоже эта информация, какого числа там, ну, в какое время, 4 марта вечером, а когда именно и как присоединиться. Дальше я хотел бы перейти к очередной мини-серии сериала. Я напомню, что я создаю и продаю плагин для Blender, который импортирует данные OpenStreetMap в Blender и создает здание в трехмерном представлении. Blender — это программа, программа для трехмерного редактирования, и которая позволяет достаточно много таких продвинутых вещей. Это сайт Blender, это и фотореалистичный рендеринг, отображение, это довольно продвинутые возможности для моделирования, анимация, спецэффекты, моделирование. Есть даже игровой движок там внутри. Все это можно, ко всему можно обращаться через питомский интерфейс. И я продолжу форсить Blender и хотел бы тут пару слов сказать о возможности видеоредактирования. Даже вот если вы скажете, что не, Blender — это не для меня, но тем не менее, я думаю, что видеоредактор — это та возможность Blender, которая может вас заинтересовать. Ну, что-то запутался в интерфейсе. Вот, значит, интерфейс видеоредактора, и я покажу тут буквально за пару секунд, какие, например, есть тут какое-то видео, я его переношу сюда, его можно здесь порезать, сейчас порежем, порезать его. Наложить звуковую дорожку и выложить в YouTube достаточно, но более-менее просто. Я надеюсь, что эта возможность Blender привлечет не только тех, кто занимается трехмерным редактированием, созданием трехмерных сцен. Вот до этого уже достаточно давно продается версия моего плагина, я покажу, что в данный момент можно сделать плагин, и потом покажу, что я достиг в последние дни. Это Москва, пределы МКАД. Импортированный в Blender.
Далее я покажу, что сейчас я сделал. Это уже результат конечный. Здесь наложены текстуры, причем текстуры такие для темноты. То есть, возможно, вы узнали, что это, кстати, что это? Да, Москва-Сити. Тут есть присутствуют люди, которые приложили к созданию вот этого спиралевидного здания. Также накладываются текстуры для, ну, накладываются материалы. Тут я не буду в этого сильно углубляться, все это там делать автоматически, которые позволяют создать вид в темноте. И кроме того, здесь, возможно, обратите внимание, поверх спутниковых снимков также накладываются следы от автомобилей, при, когда фотографируешь с большой выдержкой. Вот я хотел пару слов сказать, как это сделано. Для этого был создан стиль в MacBook Studio. Вот. Достаточно простой, и здесь, может, открою. Тут есть всего один слой. И для этого слоя вот задается паттерн. Паттерн — это файл в формате SVG, в формате векторной графики, который позволяет вот вдоль линии. Да. Я покажу, что из себя представляет этот файл в формате SVG. Он у меня уже есть открытый. То. Такие две дорожки тут с градиентами. Вот линия. А, нет, это не линия, это прямоугольник. Прямоугольник для них. Градиент и вторая линия тоже. Точно так же и получается вот картинка вот такого плана. Если мы запустим отрисовку. Здесь можно регулировать количество, точнее не количество, а процент окон, который будет светиться там. Примерный процент, допустим, 30%. Сейчас 30% окон светится можно поставить. Там, ну, любой процент поставить от 0 до 100. Может, покажу то. Что долго вылезет. Ну, короче, в общем, можно. Ставим, скажем, 5%, то есть довольно мало. Он все ушли домой. Вот он обновил. Осталось 5% окон, которые горят. Вот типа такого будет. Ну, естественно, все это возможно и не только в темноте. Текстуры накладываются. Скоро это поступит в версии продажи, я надеюсь, в марте, скорее всего, это произойдет. А теперь я хотел бы перейти к другой важной теме. Она касается отношений. Да. Я вижу, что на левом здании, то есть светящиеся окна рандомно светятся. На всех остальных я вижу паттерн. Это случайно так случилось? Паттерн? В смысле, на спирали, спиральная или ты что? Ну, на спирали, да, паттерн заметил, заметен. А если посмотреть здесь, то на самом деле тоже есть паттерн. И здесь тоже есть паттерн. Потому что там слишком много окон на грань, получается, поэтому, да, некоторые паттерн, получается, заметен. Чего считать? Процент пусть считается от всего, потом он уже равномерно распределяется по каждому зданию. В смысле, это мы выбрали 5%, это 5%, дальше... Ну, каждому окну приписывается индекс.
и максимальный индекс 200, поэтому, да, получается некоторый паттерн. Если там много окон, да, получается паттерн. Ну, здесь можно, по крайней мере, вот для спирали, там можно для каждой грани задавать некоторое случайное число, чтобы, вот, по крайней мере, для спирали этого паттерна не будет. У тебя получается сит одинаковый, генератор каждый раз? Потому что если у тебя был разный сит, у тебя будет... Ну да, типа разный сит, да, задавать, я пока этого не задаю. Ну, может быть, поменяю, может... Ну, скорее всего, да, поменяю. Это я исправлю. Давайте тогда перейдем к отношениям. Про какие, кстати, отношения я буду говорить? Как вы думаете? Какие-то гипотенузы. Еще, может, есть варианты? Смешных больше нет. Давайте. Это отношение касается трехмерных зданий. Чтобы рисовать трехмерное здание, это вот такой спецификации Simple 3D Buildings. Там такая идея, что есть контур здания, он выделен вот фиолетовым, это собор Василия Блаженного. Все части этого здания должны помещаться внутри этого контура. Но есть некоторые ситуации, когда это не работает. Вот я давайте покажу, когда именно это не будет работать. Создал картинку. Это реальная ситуация, я с ним столкнулся там, по-моему, со Спасской башней в Московском Кремле. У нас есть башня, стена, с другой стороны тоже стена, и башня имеет декоративные элементы, которые его выбирают. И что здесь получается? Давайте сверху включим. А что, это декоративный элемент. С одной стороны, он как бы получается внутри контура башни, а с другой стороны, он получается внутри контура стены. Получается сразу одновременно в двух контурах. То есть это стандартный механизм, стандартный метод для симпатриализма, он в данном случае, ну, неприменим. И здесь приходит на выручку отношения. Отношения типа type равно building. У меня тоже тут есть уже изготовлен пример. Сейчас я его открою. Это башня эволюции в Москве Сити. Тут есть вот отношение типа building. Type равно building. Ваша статья на хабре была, наверное. Не, у меня на хабре там совсем маленький рейтинг. Я по-английски. Я по-английски. В общем, какая идея, что в этом отношении мы прописываем outline, иначе говоря, контур. Вот, контур. И мы прописываем все части. И при этом не важно, как относительно контура будут располагаться части. Они могут выбирать, в общем, быть как угодно. При этом, в данном случае мы уже не столкнемся с этой проблемой, как мы видим здесь. То есть у нас будет контур всей башни, вот так он будет выглядеть, да. Вот. У нас будут части этой башни, вот. Основная эта структура и плюс еще две части для декоративных элементов. Естественно, программа, которая работает с тем, чтобы это каким-то образом отобразить, она увидит, что у нас есть отношение типа building, вот type равняется building, она найдет и посмотрит, что у нас тут есть outline, но для трехмерной программы у нас особо это и не нужен, и у нас есть все части, которые здесь вот перечислены. У нас был вот некоторый спор на форуме. Я приводил и более сложные, приводились и более сложные случаи. Сейчас я их найду. Кстати, вот известный человек тут вылез
из небытия, из Кир, наверное, кто-то его помнит. Когда был довольно активен на нашем форуме. Вот, например, да. Вот типа такого здания. Тут тоже возникает вопрос, что именно считать контуром здания, что контур — это вот проекция сверху, или контур только вот там, где она соприкасается с землей. Такой вопрос спорный. Здесь тоже можно вот приходить на выручку отношений. То есть мы создаем отношения для вот такого сложного здания, и там на свое усмотрение указываем, либо контур будет вот это проекция, либо контур там, где здание соприкасается с землей. Вот и кроме того, здесь имеется еще и дополнительные здания под ним, довольно сложный случай. Вот тоже в этом случае, я думаю, отношения приходят на выручку. Отношения type равно building. Вот еще вот приводили пример. Вот такое здание, висящее на опорах. И все это закончилось тем, что вот то, о чем я говорил, это внесли в спецификацию. То есть я предполагаю, что те, кто занимается использованием трехмерных возможностей, трехмерных данных в OSM, должны так или иначе, в том числе, поддерживать отношения type равно building. На сегодня у меня все, я думаю, до следующих встреч. Спасибо.